Нажми левую кнопку мыши. Это пижама для мальчика. В ней ложатся спать. Это панама для девочки. Ее носят на голове. Это кроссовки для мальчика. В них очень удобно бегать. Нажми пробел на клавиатуре. Это шуба. Ее носят зимой. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это плащ. Он защищает от ветра и дождя. Нажми левую кнопку мыши. Это кепка. Ее надевают на голову. Нажми пробел на клавиатуре. Это платье. На нем есть рукава и воротничок. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это кофта. Она греет ручки и туловище. Нажми левую кнопку мыши. Это пижама для девочки. Она мягкая. Нажми пробел на клавиатуре. Это гольфы. Их надевают, чтобы не поранить ножки обувью. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это косынка. Ее надевают на голову. Нажми левую кнопку мыши. Это пальто. Оно защищает от ветра. Нажми пробел на клавиатуре. Это туфли для мальчика. Их надевают на ножки. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это зимняя куртка для мальчика. Ее надевают, когда очень холодно. Нажми левую кнопку мыши. Это осенняя шапка для девочки. Она разноцветная. Нажми пробел на клавиатуре. Это свитер. Его вяжут из теплых ниток. Нажми пробел на клавиатуре.